От проблем повседневной жизни всегда хочется убежать. Виртуальный мир дает возможность хорошенько отвлечься и развлечься. Однако эта цифровая благодать вскоре оборачивается жестким обманом. Виртуальный мир заманивает в свои чарующие сети ничего не подозревающего человека. И как только игрок начинает верить в сказку на своем мониторе, виртуальность предстает перед ним во всем своем ужасном великолепии. Жуткая темнота, пугающие вспышки, внезапные душераздирающие крики, жестокие убийства, кровожадные чудовища и бесовский карнавал нечисти. Мы представляем вам самые темные проявления электронной вселенной. В нашей программе вы узнаете обо всех самых кошмарных катаклизмах, о самых ужасных трагедиях, о безумных войнах и коварных злодеях по ту сторону экрана. Вы поймете, что видеоигры — это не игрушка. Это отражение всего отрицательного, что есть в потаенных уголках человеческой души. В эфире программа «Страшно интересная десятка самых мощных роботов виртуального мира». В ближайшие полчаса вам будет страшно и интересно. Сегодня мы окунемся в мир высоких технологий. Но не ждите от этой экскурсии рассказов о новинках в мире гаджетов. Мы побываем на самой ужасной из выставок достижений науки и техники, ибо все представленные сегодня механизмы стремятся разрушать. Сидите тихо, иначе их датчики вас засекут. Элай Вэнс был настоящим гением и отличным человеком. Проводя свои исследования в компании «Черная Меса», он целиком отдавался работе, и на семью у него не было времени. Поэтому для своей дочери Алекс он смастерил из подручных запчастей механического друга, робота по имени Пес. Хороший песик. Детская игрушка, 3 метров ростом, действительно, всеми повадками была копией собаки. Пес передвигался на 4 мощных ногах, но также мог управлять своими железными лапами не хуже приматов. Пес был запрограммирован на полное подчинение Алекс и тем, кого она считала своими друзьями. Однако с врагами хозяйки он был беспощаден. С яростью питбуля робопес бросался на обидчиков. Издавая некое подобие сиренного воя, он мог опрокинуть вражеский броневик, словно картонный ящик. А когда железный страж встретился один на один с ужасным биомеханическим страйдером, его отвага и стремление защитить людей оказались достойны восторга. Скорость, проворство и сила позволили превратить неприятеля в груду хлама. Сегодня миролюбивый, но подчас абсолютно непредсказуемый робот-пес из Half-Life 2 открывает наш топ-лист. На планете ИДН-3 в царстве вечных льдов вопрос выживания стоит превыше всего. Смертельный холод сводил все попытки землян колонизировать эту планету к банальному поиску источников тепла для их слабых и тщедушных тел. Люди боролись за свою жизнь, отвоевывая сгустки термоэнергии у безобразных хищных акридов и друг у друга. Для помощи в строительстве цивилизации на ИДН-3 с Земли были привезены специальные пилотируемые роботы или костюмы жизнеобеспечения. Изначально эти экзоскелеты были созданы для транспортировки грузов и помощи в строительстве.
но в ужасных условиях работы и постоянном военном положении эти механизмы оборудовали тяжелыми пулеметами, лазерными пушками, реактивными двигателями. Они представляли смертельную угрозу как для кридов, так и для людей, против которых они были направлены. Механические костюмы жизнеобеспечения, ставшие для многих костюмами жизни окончания, из Lost Planet маршируют на 9-й позиции сегодняшнего рейтинга. Мэтью Кейн. Он был уверен, что собственноручно уничтожил Макрона, лидера Строга, расы агрессивных пришельцев. Однако, прибыв в составе группы Рино на планету Строгос для ее освобождения, он понял, как ошибался. Макрон не просто выжил, его еще больше усовершенствовали. В этом 6-метровом монстре почти не осталось живых тканей. 99% тела состояло из механических деталей, что делало его практически неуязвимым. Медлительность, с которой он передвигался на крабоподобных ногах, с лихвой компенсировалась.